Существует несколько способов вдеть толстую нитку в очень тоненькое игольное ушко. Вот у меня достаточно толстая пряжа, мохнатая, и тонкая-тонкая-тонкая иголочка. Первый способ я вам показывала раньше, сейчас второй. Для этого берем клей или лак для ногтей, обмазываем кончик, но это для очень пушистых и таких объемных ниток применяется. Как следует обмазали. Чуть-чуть дали подсохнуть. Чтобы не пачкать руки, берем обычную бумажку и как следует сжимаем через бумажку нашу нитку. Нам нужен плоский кончик, сжатый, для того, чтобы он мог спокойно продеться в тоненькое-тоненькое ушко. Поджали. И когда наша ниточка подсохнет, мы можем вдевать ее в ушко. Достаточно засунуть самый кончик и вытянуть нитку. Видите, очень тоненькое ушко иголки и достаточно толстая нить. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте «Избавь зальни». Ваша Наталья Некрасова.